Хозяйственники Якутска продемонстрировали готовность к зиме. На площади Орджоникидзе провели выставку коммунальной техники, в рамках которой специалисты компаний участников показали мастерство ее управления, после чего начнут организованное движение до площади матери. В параде примут участие 95 автомашин. Жители Якутска смогут увидеть, какими средствами город очищают от снега, обрабатывают дороги и в целом выполняют комплекс работ в сфере ЖКХ, ведь большинство из них проводят в ночное время. Все мероприятия проводятся в рамках всероссийской акции «ЖКХ меняется». Парад коммунальной техники, который проходит во всех городах нашей страны, начиная от Москвы и заканчивая Владивостоком, ну и город Якутск не является исключением. Ну, конечно, желающих было гораздо больше, поэтому решили поместить по квоте, по каждой единице, чтобы никто не обиделся. А так, те, кто не поместились, они стоят там, и там 95 единиц техники. Для города Якутска это, конечно, можно сказать, такое историческое даже событие.